Блин. Водоросли намотал. Понял. Полный. Опять намоталась. Разворот на месте. В другую сторону. Два двигателя вращаются в обратную сторону. Что-то перекашивает слегка. Наверное, угол у одной лоб у одного винта слегка меньше, чем у второго. Или двигатель слабее. Ну, как бы вот так. Внутри у нас ESP32, то есть ESP8266, драйвер двигателя, большая платка для подключения всего этого. И, собственно, два двигателя от CD-ROM. Ну и аккумулятор 18650. То есть питание 3,7 вольт. Ну и, разумеется, все пластилином слепил. И все равно что-то. А не? Мне ничего не пропускает. И здесь тоже все герметично, внутри нету воды. В общем, может быть. Так.
Отключаю питание. Вот так вот выглядит тут пруд, на котором я сейчас. Вот здесь я сидел. Еще штатив пришлось чуть-чуть в ил опустить. Вот ножка в этом. Вот такой вот видос.